Опасно. Все. Можно за штору залезть сюда, на подоконник. Мы обычно здесь на конце. Никакого живого нет. Хорош! What's up, вампиры, с вами Скамелеон. И да, это новое видео, которое не должно было выйти. И сейчас я расскажу, почему, максимально быстро, чтобы вы поняли всю ситуацию, а дальше мы перейдем к ролику. Также, если ты не подписан, обязательно подписывайся на канал, потому что... Почему? Потому что... Я хочу 100 тысяч, пожалуйста! Лиза меня попросила, что когда я буду ехать к ней, я буду должен забрать с ее комнаты там консилеры, еще какую-то хрень, и я такой, окей, я с ней созвонился, начинаю собирать все вещи, и я нашел ее ключи. И я такой... Такой, опа! Думаю, заодно завезу и ключи. И я хотел сделать сюрприз и просто приехать там, типа, ха-ха, хи-хи, привет. В итоге, когда я подъезжал к дому, мне в голову пришла гениальнейшая идея аккуратно зайти в дом и спрятать, напугать ее, там еще что-то. Но был момент в том, что я не знал, сколько людей находится в доме. И если вдруг это бы увидел ее папа или мама, мне бы была полнейшая срака. Вот, в общем, сейчас все увидите. Это было настолько все спонтанно, мне пришла идея перед тем, как я уже заходил, типа, вот прям к ней домой. И я такой, что будет? Ребята, ключики на месте. Можно заходить. Там человек ушел. Я немножко на очке. Я немножечко упал на очку так-то. Из последних событий. Я сяду на трон. Я думал, Лиза одна дома, потому что я думал, они уже в школу пошли. А они тут в школу-то. Завтра. Короче, я как бы понимаю, что мне жопы сильно не будет. Но я сделал некорректно. И я могу испугать малых. Короче, я сижу тут уже минут 7. Лиза приходила раза 2. И она не спит. У меня сейчас есть отчаянный план. Это пойти к малым и сказать: спасайте меня. Спасайте меня, плиз. Я думаю, малые мне подыграют, потому что Саша и Игорь крутые, и они меня засейвят. Короче, я миллион раз поменял в этой ванной свой образ, потому что я устал ждать. И я надеюсь на Игоря, который меня засейвит. Поэтому мы сейчас аккуратненько выходим. Идем к Игорю. А где это? Оксана, добрый день. О, привет, привет, Лёва. А ты когда сюда приехал?
Лиза не знает, что я тут. Да? Да. Стоп, а как ты тогда зашел? Она ключи оставила. Серьезно? Нормально. Короче, меня тут как будто не было. Договорились? Хорошо. Я хочу ее напугать, я хочу ей всякой херни поделать. Там, типа, колонку включить, еще. Она, скорее всего, будет думать, что это вы, поэтому готовьте свои жопы. Куда мне можно спрятаться здесь? А еще она, возможно, сейчас придет на тебя гнать, почему так долго в туалете. В смысле? Куда мне можно спрятаться? Сейчас я здесь. Занятой человек. За шторой, не знаю. Ой, тут классно. Все. Можно за штору залезть сюда, на подоконник. Мы обычно здесь ныкаемся, только аккуратно тут шторы мы будем вешать, вот эти штуки. Я боюсь туда лезть. А, я ж могу тут, она же сюда не пойдет? Да не должна вообще. Я сюда спрячу. Ребят, как по мне, место идеальное. Правильно. Что я делаю в этой жизни не так? Знаете, мне все нравится. Я уже как-то на спокойном, потому что Игорь и Саша знают, главное, что их не испугал. На воде поплывем. Я вижу зеленые авокадо. Вон там вот. Это значит, что? Это значит то, что мы его возьмем и кинем в Лизу и убежим. Или спрячемся. Нет, я серьезно, что ты делал? Ну, минут 15 в туалете. Ну, не 15, 20 где-то. И что ты мне вообще не отвечал? Что мы там робим? Саш, скажи, что ты не думал так. Я тебя был. Подожди, подожди. Я просто не понимаю, что это можно было делать, только что так долго. Так это не я там был. А где ты был? Ты же сам сказал, ты какал. Предатель. Ну кто если не ты? Саш, смотрите, нас трое, Игорь. Ты такой что? Лиза, слышишь? А может это ты там сидела? Так я скучалась. Ну спихиваешь? В смысле? Я не знаю. День добрый. Я пыталась попасть просто в туалет. Я поняла. Вы я подыхаю. С телефончиками, с наушниками. Ой, и там не, делайте, весь. Конечно, такие... Рез. Я сидела здесь, играла. Ну, Саша, значит. Ну, Саня, ну что ты сделаешь? Да что не ты? Просто, пожалуйста, давайте быстрее. В туалете. Там ничего не видно. Потому что у меня ты слезы вывесила. Короче, я в жопу выключу этот фонарик, потому что это очень беспалево. Ага. Я ж все слышу. Что ты мне такое говоришь? День добрый. Возьми книгу. Вау, а что ты ее не рисуешь? Игорь. Что ты рисуешь? Линейка у вас есть? Нет. Что значит не у вас есть линейка? Я чуть не обосрался. Точнее, я обосрался, но тут никто не увидит. Игорь, что ты там про меня такое шепочешь? А? Чё, а? Что? Ты голосовку уже записываешь? Что ты так уж и сказал? Не послышалось ей что? Наверное, я не знаю. Там и там еще много. Вы сегодня странные какие-то. Там где-то еще на пользование. Ребята, если что, срал я. А? Ладно, я... Чего? Все. Она села рядышком. Да? С картиной. А, точно. Фух, я не знаю, что ей сделать. Я хочу напугать. Я думал кинуть в нее авокадо.
Просто кинуть и свалить. Если она, блин, не знаю, может за диваном что ли спрятаться в кухне. Гений. Короче, я сейчас пойду. Это она сейчас только в туалет пошла? Наверное. Ну все, теперь в туалет спрятаться нельзя, там будет вонять. Короче, мы сейчас тихонечко идем. Дуже вам дякую. Она спрашивает, думала, где они только что сидели. Я добил, я мог у нее спрятать. Миссия комплит. Я не знаю, сейчас будет очень страшно, и в то же время не очень. Короче, мы сейчас закрываем дверь. Я ставлю камеру вот сюда, куда-то. Блинский. О, спасибо, благослови мою тряпчину. Держится? Будет видно. Мои хорошие, дико извиняюсь, что все так через жопу. У нас осталось совсем чуть-чуть.
мне странно. Или дома такое ощущение, будто кто-то еще есть. Я не знаю, что это за бред. У нас как бы троны, малые сидят просто в компах играют. Хорош! Какого хрена? Кидай меня бутылкой. Сюрприз! Я без камеры. Я просто приехал. Я тебе сейчас бутылкой буду. Я тебе сейчас... Кто тебя открыл? Игорь или Саша? Игорь или Саша? Ты ключи оставил. Где я их оставила? Дома. На место? На базу. Я теперь твой постоянный гость. Я тебе сейчас бутылкой. Попу. Ты сам? Не, я еще привез, 20 цыганов. Не, я реально, ты сам? Или мне еще сюрпризом ждать? Еще Миша где-то тут. Я у него сейчас бутылки. Ладно, я успокоил этого амугуса. Миша где? Миша в туалете. Я смотрела в кладок. Серьезно? Да нет, я шучу. Да нет у Миши. Я сам приехал. Сюда можно было спрятаться. Это я сидел в туалете. Я на малых нагнала. А я потом зашел к ним, сказал, сейчас надо будет гнать Лизу. Держитесь. Так, а Миши нет? Да Миши нету. Меня огорчил Саша. Что? Я говорю, типа, ребята, прикройте меня, все. Саша такой, это я какал. Потом, так это не я. Такой. Кот, я в шоке. А что ты не мог просто, не знаю, написать, сказать, я приеду, я давай ключи, посмотрим. Мне нечего делать было. Я сделал дубликат уже. Ты серьезно? Нет. Я ключи теперь буду носить с собой. Маньяк. Это же... Чё маньяк? Ну как это называется? Не перетяните. По факту, я бы мог вынести у тебя пол хаты. Короче, на самом деле ролик получился супер странный и... А сколько, подожди, сколько ты тут? В общей сложности уже где-то час. Я с малым покинтовался. Игорь, у тебя просто сногсшибательный брат. Он меня засейвил, он меня спрятал. Он мне все сделал. Я ему торчу какую-то штуку. Ну, я какую? Куплю. Ты что ты ему пообещал? Я ему ничего не обещал, просто подарок ему. Подгон сделал за хороший сейв. Не, ну спасибо хоть за ключи. У нас одна пара как раз таки потерялась. Фух, просто забавно то, что типа я вообще не планировал этот ролик. Мне стало интересно, получится ли. Единственное, что если были родители, мне кажется... Бутылка летит. Что в меня бы сразу прилетело что-то. Скорее всего. И была бы жопа. Поэтому вот такой вот ролик, увидимся на синхроне, блин. Давай фильм посмотрим. Ваши комментарии. Ну иди сюда. Скучала все-таки? Скучала. Все, короче, я сейчас буду кентоваться у Лизы несколько дней. И немножко отходить от всего. Всем свэк. Я знаю, насколько Лиза боится, когда ее пугают, поэтому я постарался подойти ко всему так супер аккуратненько, так тихонечко. И я мог схватить ее за руку или за ногу, или закричать сильно громко. И я понимал... Ой. И я прекрасно понимал, что будет полнейший трэш, и она может начать плакать и так далее. И я такой, типа, хорош! А еще хочу сказать, что я сейчас собираю свои вещи, уезжаю. В комментариях можете написать, куда, вместе с Лизой. И я обещаю вам марафон влогов, которые будут выходить первый день, второй день, третий день, тын-тын-тын. Поэтому пишите свои догадки, куда мы едем. А на этом, в принципе, видос подошел к концу. В принципе, вот такой вот получился ролик. Он получился больше фановый, чем какой-то страшный или напряженный. Я надеюсь, он тебе понравился. Ты поставишь ему большой палец вверх. Подпишешься на канал, нажмешь на колокольчик. Ну, а с вами был Скамелеон. Всем удачи, всем пока-пока. Солнце, Монако, почему, Сент-Тропе, не знаю, песни это идут, пока.